на Донецком направлении подразделения южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 9 атак штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Химика. Противник потерял более 320 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 12 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122-мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Красного и Новомихайловки Донецкой Народной Республики. Средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Спорного и Водяного Донецкой Народной Республики.